Улица маршала Бирюзова скоро преобразится. Сейчас здесь проводится капитальный ремонт автомобильной дороги и тротуаров. 21 400 квадратных метров – общий объем работ на данном объекте. Из них 5 800 метров отводится на строительство мостовой для пешеходов. В нашу работу включен полностью ремонт как проезжей части, так и тротуаров. Значит, с заменой бортового камня, с устройством покрытия, частично покрытие тротуаров у нас из плитки, частично в асфальтобетоне. Глава муниципалитета Андрей Иванов оценил ход строительства. Все работы должны быть выполнены качественно, в срок и соответствовать стандартам современного города, отметил руководитель округа. Там, где какие-то знаки никчемные, тоже уберем эти всякие сферы, полусферы. Остатки от старого микрорайона, или заборчики маленькие, низенькие, кусты под поврежденные деревья. Ну, вот, например, стоит сейчас эта палка, какого-то знака там, наверное. Это такие вещи нужно вытащить. И, конечно, идеально, если мы вот так прям закатали бы все в газон. Около 50% работ уже выполнено. Ремонт идет по графику. К 1 сентября основная часть уже будет завершена. Эмилия Ареклян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».